До 4 лет лишения свободы грозит двум жительницам Даниловского района, подозреваемым в совершении грабежа. Несколько дней назад в полицию обратилась продавец торгового павильона, сообщив, что две неизвестные женщины, находясь в помещении магазина, взяв с прилавка продукты питания и отказавшись их оплатить, скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление были установлены и задержаны две жительницы соседнего поселка – 23 лет и 30 лет. В содеянном они сознались, возбуждено уголовное дело. Сотрудники регионального главка МВД задержали подозреваемого в серии мошенничеств. 29-летний ранее судимый житель города Волжского набирал случайные номера абонентов сотовой связи, представлялся знакомым и рассказывал историю о дорожно-транспортном происшествии и просил перевести на счет деньги, чтобы уладить проблемы с законом. Таким способом волжанин обманул двоих жителей Краснодарского края и волгоградца. В Центральном районе оперативники задержали двоих подозреваемых в краже. О хищении полумиллиона рублей в полицию сообщил 35-летний мужчина. Пропажу крупной суммы денег он обнаружил после совместного распития спиртных напитков с малознакомыми женщинами. По подозрению в совершении кражи оперативниками были задержаны две ранее судимые жительницы Волгограда в возрасте 37 и 38 лет. Большую часть похищенных денежных средств подозреваемые успели потратить. В отношении них возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста.